кончено, сложно. Путь ведет в сердце джунглей. Следуй, следуй по пути. И найдешь и наешь, Где я? Что за черт? Ты проснулся, но не полностью. Рука обездвижена, чтобы сделать татау. Плавать в бурю — храбрость, но загорать на пляже с пиратами — безумие. Ты вправе забрать мою жизнь, но и я вправе забрать твою. Я Деннис. Джейсон. Бангау. Лаба-лаба. Цапля, акула и паук. Я знаю, кто ты, Джейсон. Ты воин. А татау позволит тебе раскрыть твою суть. Слушай, мой старший брат убит. Мне надо найти младшего брата и еще нескольких друзей. Идем. Ты мне поможешь? Тебе не понадобится ничья помощь. Я освобожу тебя. Откуда я тут? Я нашел тебя на берегу. Прошу, в деревне Манаки. Красиво тут, а? Саламат, Нангахари! Я привел сюда Джейсона Броди, человека, который сбежал из лагеря Баса. Твой побег – знак того, что расклад сил поменялся. Нашим людям нужны добрые вести. Так, это твой народ? Остров призывает сильнейших. Он призвал меня. Тракиат, жители острова, приняли меня. И я стал членом их племени. Симпатичная, правда? Красивая, даже очень. Я мог бы выбрать любую из них, но моя душа принадлежит одной. Вот, деньги на оружие. Ты же хочешь спасти брата, да? Я раньше ни в кого не стрелял. Как там говорят в Америке? Все когда-то бывает в первый раз. Я не смогу заказать снаряжение из дальних деревень. А там, поверь, есть первоклассная снаряга для тебя. Отлично, пойдем. Здесь силы исходят из джунглей. От острова. Ты должен узнать землю. Надо знать, где ты стоишь. Вышки нужны Васу, чтобы видеть карту острова и своих людей. Шифраторы доступ. Нашим людям эти устройства ни к чему. Но ты можешь получить из них ценную информацию. Да, шифратор наверху. Каждая вышка покрывает какой-то район. Заберись на все вышки и откроешь всю карту.
Наверное, это радиовышка. Смотреть вниз. Славно прокатился. Удачно. Отлично. Покажи карту. Видишь, все, что тебе нужно знать, было открыто радиовышкой. Лавки, приключения, остров зовет тебя. И, как ты, Джейсон, торговцы не местные. Они используют радиовышки в работе. Они дадут тебе оружие за каждую свободную вышку. Воин охотится. Так и издавна заведено. Вот карта. Выбери угодья. Доверяй инстинктам. Общество научило проигрывать. Не природа. Здесь. Так, чтобы спасти друзей, нужно познать джунгли. Шкура зверя позволит тебе нести много снаряжения и оружия. Растения позволят создавать действенные лекарства, которые лечат и обостряют чувства. Иди,
Вернешься ко мне, когда преуспеешь в джунглях. Что это значит? Что мне делать? Слушай инстинкты. Растений и животных. Но каких? Попался. Yeah.
Деннис, растения и животные у меня. Класс! Подчини природу своей воле. Я научу. Теперь используй растения и приготовь снадобье. Да, Джейсон, ты можешь найти более сильные растения в лесах. При удаче. Теперь используй шкуры убитых животных, чтобы нести больше вещей. Ремесло поможет носить больше оружия, денег, трофеев и снадобий. Да, и еще татау на руке. Знак того, что ты особенный. Что у тебя душа воина. Ты отправился по пути. Я покажу тебе, как добавлять их. Каждая татау означает навык. Ты можешь выбирать навыки в трех разных областях. Теперь я научу тебя захвату. Эй, Филиппе, мы едем к аванпосту возле Аманаки. С нами американка. Приходи к нам. Что за черт? Лиза! О, черт! Нужно ее освободить. Иди, следом. За аванпост, куда забрали Лизу. Аванпосты – крепости на острове Рук. Пираты Васа из них контролируют окрестности. Значит, будем драться. Да, и не зря. Спасая твою подругу, мы убьем двух свиней одним камнем. Мы воюем с Васом. Отнятый у пиратов аванпост – это ключ к возвращению острова.
Ракет получит новую точку. Местность станет безопаснее. Все смогут путешествовать быстрее. Ты получишь возможность улучшить свои навыки воина. Кто в грузовике? Воин-ракет. Те ракет, что живут в сердце острова. Татау даст их доверие. Слушай, я очень ценю твою помощь, но мне нужно спасти Лизу и друзей. И брата. Только так их можно спасти. Ты бежал из рабства. Ты выжил? Пора драться. Мы все одинаковы, Джейсон. Отличаются те, кто не действует. И это разница. Ладно, приступим. Как и ты. Я когда-то был чужаком. Ты не одинок, друг. Мы дождемся тебя, чтобы атаковать. Джейсон, ты не... Дал тебе Тадау. Теперь ты должен драться. Ты можешь напасть быстро. Снять их на расстоянии. Отработай, Скрипов! Я иду за тобой! Напасть быстро. Снять их на расстоянии. Или подкрасться. Выбирай сам. Мы дождемся тебя, чтобы атаковать. Лиза, я иду. Ты где? Ее здесь нет. Аванпост рядом с Аманаки атакован!
Наша американка где? Пропала? Что? Она сбежала на запад этого сраного острова. Расскажу, когда доберемся. Она сбежала. Джейсон, ты достоин носить татау? Достоин идти по пути воина. Мы нашли твоего друга в доме колониста. Доктор Эрнхард на западе. А, не бойся, там безопасно. Доктор тебя ждет. На западе? А он не сказал кого? Нет, но мы будем искать дальше остальных. Узнаем еще, что вызову тебя. Не унывай, Джейсон. Ты понравился племени.